Снимается маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Вышла тонкая копия. У него как скафандр круглый на голове. Скафандр. Хорошо. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Яниса в защитный, в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Яниса поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Яниса, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Он кивает, показывает на скафандр. Хорошо, сканер, просканируй Яниса, отключи этот скафандр, выведи его из биополя. Вместе с этим скафандром отключаются все чипы, датчики, импланты, конвекторы, связанные с ним. Все до последнего проводка выходит из его биополя. И как все это выходит, сила моего намерения я отправляю это в клетку тюрьму. Пошел процесс. Готово. Хорошо. Я даю команду на три Сканер сканирует пространство над головой Яниса под ногами 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует систем тонких тел Яниса. Находит все. Что него Джейн, Демон, Лизард и Ящер. Его скафандр? Да. Понятно. Хорошо. Какой ящер считает цифры над головой? 341. Ну и что ты здесь делаешь? Ящер 341. В этом биопуле. На каком основании ты делал на эту душу скафандр? Управляю биороботом. Серьезно? У тебя есть какое-то разрешение от биоробота, что ты управлял его энергиями? Ты что, Мы запас... Не понял. С кем ты договариваешься? У тебя есть контракт с ним? С биороботом. Ящер, ты, наверное, реально не понял, куда ты попал. Я задаю вопросы три раза. Первый раз ты уже ответил. У тебя осталось еще два варианта. На каком основании ты находишься в его биополе? У тебя есть контракт с ним? Нет. Хорошо. Сколько ты находился в его биополе? Двенадцать с половиной лет. Сканер просканирует полноту души Яниса на настоящий момент. 95. 95 процентов 5 процентов не хватает хорошо Даю команду тонкой копии Яниса спроецирует все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкую энергию в его биополе возвращается к ним Усилию потоки в 50 раз посмотри какой у нас джин пожалуйста 24 18 сколько ты находился в этом биополе два года какой у нас демон 12 12 герцовый. Сколько ты находился в этом биополе? 7 месяцев. Хорошо. И Лизард, сколько ты находился в этом биополе? Три года. Чуть громче говори, Вера. Три года. Хорошо. Кто из вас присутствует в квартире, в доме Яниса? Джин. Демон. Еще кто? Демон. На улице демон. Я понял, что на улице, да. Еще кто? Все, да? Все. Понятно. Хорошо. Как у нас с реверсом? закончился. Установили фильтр с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Я не забираю всю чистую светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная чистая. Один, два, три. Им возвращаются и биоматериалы, и душа, и клетки Из, ска... и скафандра. скафандра. Ящера, как ты смотришь на то, чтобы я сегодня перепрограммировал твой скафандр и вернул тебе все, что ты ему дал в течение одной минуты назад? Всю эту боль, все эти ощущения, всю эту пустоту. Это неправильно так поступать с ящером. А почему ящер так невозможно. поступает? Что невозможно? Еще и это как возможно? скафандр годится для биоробота ну, человеческого. Я его, я его перепрограммирую. В конце концов, у тебя будет шанс выжить. Или второй вариант. Это все решает Янис. Он хозяин своей души. Если он скажет, верни это все ему, я это верну. Янис, обращаясь к вам, вы хотите вернуть всю свою боль, которую вы получили через этот скафандр за последние двенадцать с половиной лет? Я хозяин его души. Он мне подчиняется. Ты хозяин его души без контракта? Ты какая-то самоуверенность такая странная, Ящик. В моих руках появляется шар живой плазмы. Один, два, три. Повтори, что ты сказала только что. Кто хозяин чьей души? Не махай мне тут плазмой. Ящер Я купил его. У кого ты его купил? У гуманоида. Выстраиваю канал от ящера к продавцу 1, 2, 3 и притягиваю продавца в клетку тюрьмы. Нет никого. Не связан кого... никак. А, как -то, а у кого ты купил? Что ты мне рассказываешь? Какие-то истории. Итак, Янис, вы хотите вернуть ему всю свою боль, которую он вам причинил? Переживание все переживания. Отлично. Хорошо, мы дойдем до этого момента. Как у нас с реверсом? Закончился. Сканер просканирую полноту души Яниса на настоящий момент. Сто. Сто процентов. Хозяин души. Так, мы все забрали. Начинаем с Лизарда. Лизард, где ты сидел? В сердечной чакре? Да. Что ты, какие энергии ты усиливал? Какие негативные? Раздражение. Раздражение ты усиливал. Понятно. Во сколько раз ты это усиливал? Он добавлял к 100% 24. Понятно. Хорошо. Выходи, вытаскивай свое гнездо, отключайся полностью, ничего не забывай, возвращайся назад. докладывая готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он сгорит в этой клетке. Готово, вытащил. Хорошо. Демон. Где находится лярвы в биополе Яниса? На шее. От чего? От скафандра? У него этот скафандр соединялся на шее с там. Понятно. Хочет у получить? Хочет. Выходи сначала, вытаскивай все, что ты оставил, включайся полностью, на месте доложи мне, что ты все снял. Приступай. Я дам тебе отдельную команду. Демон снял конструкцию. Какую конструкцию? У него конструкция стояла? Да. Где, на руках и ногах? Что там было? На ногах. Она упиралась в спину. Хорошо. Бедренные кости. Понятно. Хорошо, разрешайте забрать лярвы, забирай все, ничего не забывай, возвращайся назад. Готов. Хорошо, Джин. Меня интересует, почему ты последнее время тормозил развитие Яниса по работе. У нее ничего не получалось. Твоя работа? А энергию-то вкладывал. Энергию вкладывал, что ты получал свои золотые монеты? Конечно. Ну а он что, от этого получал? Занятой ты... был. Ты считаешь это справедливо в какой-то мере? Тебе не кажется, что за, за это можно и челму потерять, и кольца, и серьги свои магические, точно так же и сосуд с деньгами? Ты же понимаешь, что за все надо нести стягивать? Не преувеличивая, не преувеличивая, что-то же получалось у него. Что-то получалось, у него вообще ничего не получалось в последние два года. Ты полностью ему перекрыл развитие, зарабатывание денег, Человеку очень трудно было эти времена, потому что он не хватало у нее идей. Не, обижай, Джин, не, не перекрывал полностью. А мы спросим, мы проверим. Хорошо, тебе выходить не надо, собирая всю свою пыль синюю, все свои подключки вытягивай, втягивай в себя, ничего не забывай. Приступай. Готова. Хорошо, сканер просканирую. Сейчас Яниса на чистоте Ящера, и этого Скафандра осталось что-нибудь еще или нет в его биополе. Нет. Даю команду на рассинхронизацию Яниса с Ящером, его Скафандром, Джином, Демоном и Лизардом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Рассинхронизация закончилась. И даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошел процесс. Чисто. Лизард, ты больше в это биополе никогда не придешь. Тебе это понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Лизарда. Один, два, три. Лизард забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая печатая, растворяй. Готово. Хорошо. Джин и Демон. Сейчас я открою вам портал в Дум Яниса. Вы соберете все, что вы там оставили за это время. Я приду, проверю. Демон мне покажет еще на земельном участке все порталы, которые там находятся. Я их закрою. После этого соберу на земельном участке демону негатив и отдам в дорогу. Устраивает вариант? Да. Открывается портал в дом Яниса. 1, 2, 3. И демон с джином уходит в этот портал. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, Янис, возвращаемся к нашему разговору. Вы хотели вернуть все чувства, которые вы получили от этого скафандра, вы сказали, да? Да. Хорошо. Да будет ваша воля. Перепрограммирую этот скафандр. Один, два, три. Одеваю на ящера. Выстраиваю прямой канал от Яниса к скафандру и к ящеру. И в течение одной минуты все чувства, которые пережил Янис, за эти последние 12,5 с половиной лет в течение одной минуты возвращается назад через кафандр к ящеру. Один, два, три. Пошел мощный поток. Он испытывает все весь дискомфорт, который испытывал Янис на протяжении последних 12,5 с половиной лет. До 100 процентов. И не процента больше. Пошел процесс. Там сомнения, страх. Властитель колец, подчинитель душ. Он не хочет эти чувства, он хочет остановить. Попытайся. Просто. Он тоже просил это остановить. До последнего ты получаешь все это назад. Ты испытываешь все, что ты ему дал. Не процента больше. Сколько дал, столько он и получил. Он не готов к этим эмоциям. А кто к ним готов? Он был готов к ним? Сущности паразитарные. Готова. Отлично. Да, будет так, а так и есть, отстегиваю этот канал. Открываю воронку в галактическое ядро, и эти каналы улетают на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяй. Я прошу ли выйти со мной на связь. Я на связи. Приветствуйте. У меня здесь ящер 341 Со скафандром сидел 12,5 лет. По желанию клиента он получил откат всех этих чувств, которые испытывал клиент последние 12,5 лет. Его скафандр находится на нем ящер в клетке. Заберем, разберемся. Хорошо. Здесь мокрый ящер. Угу. Причина-следственная связь. Не влазил бы, стоял бы сухим. Или вообще Нет. не стоял бы здесь? Забрали. Отлично. Клетка пустая у нас должна быть, да? Да. Хорошо, поехали дальше. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Янис, мы закончили вашу чистку. Скафандра нет. Вы наполнены энергиями. Как вы себя чувствуете? Чувствую себя цельным, полным. Отлично. Хорошо. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот душа и сразу же перейдем к чистке вашего дома и животных. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Яниса в его систему биоробот душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Поднимем вибрацию в горловой чакре до 30. И поднимаю частоту вибрации в вишутке до 30 Гц. Пошел подъем. У. Все готово, да. Все готово, отлично. Хорошо. Отключаемся от объекта.